Всем фигурный физкульт, привет! Российская олимпийская чемпионка в одиночном женском катании Анна Щербакова не сможет выступить на главном чемпионате России 2022 по фигурному катанию, который пройдет с 20 по 25 декабря в Красноярске. А ведь все болельщики так ждали ее выступлений. Как жаль, дело в том, что Анна не по воле своей не захотела выступать, и не из-за травм, а просто в эти дни состоится ледовое шоу Татьяны Навки, в котором Аня сыграет главную роль в ледовом спектакле «Шахерезада». До этого Щербакова повредила колено, но она уже восстанавливается. И скорее всего, Аня выступит во второй части нового сезона 2022-2023 по фигурному катанию. Но зато на турнире чемпионата России в декабре мы увидим Камилу Валиеву. Пожелаем Ане удачи и успехов в выступлениях, и, конечно же, новых побед и достижений. Всего хорошего, до встречи на канале «Все и вся».